И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую прекрасную игру, как Final Fantasy VIII. В предыдущей серии мы с вами успешно завершили нашу первую официальную миссию, которая одновременно была и нашим экзаменом, и, в общем-то, нас посвятили в Сиды, мы получили повышение, и теперь мы профессиональный наемный солдат Сада. Да, и пойдемте праздновать! Это будет длинная, долгая, просто... Потрясающая ночь. О, как нам идет, боже мой, мы красавцы-мужчины, прям завидные женихи, будем. Лара, у вас праздничное настроение, у меня, да? Селфи, пойдем бухать. Эй, выглядишь круто. Ну еще бы. Верно, взбодрим эту вечеринку, почему-то вечеринка, она, видимо, бодрит. У нее задолжен нос. Ну ладно, понеслась. Сейчас Сквол будет отжигать. И мы видим, как он это делает. Я не могу, я угораю с него. Ты! Ну что, Сквол? Думаю, мы теперь... оба Сиды, да? Дай 5, короче. Да. А, хоть ты Сид, но все равно тот же. Ну, это похоже на тебя. Увидимся. Позитивный парень. О, эй, Зел, хочешь присоединиться к комитету фестиваля Сада и... Извини, я кое-что вспомнила, надо идти, до встречи. Сквал, эй! Хочешь присоединиться к комитету фестиваля? Тогда ты можешь помочь нам? Пожалуйста. Извините, вы вон там. Ребята, вы понимаете, что происходит? Обожаю этот момент в игре. Ты потрясно выглядишь. Потанцуем? Дай-ка я угадаю. Ты будешь танцевать с такими, как ты? Ну ладно. Посмотри мне в глаза. Я понравлюсь тебе. Сработало? Я не могу танцевать. У тебя получится, пошли. Я ищу кого-нибудь. Мне неприятно быть одной на танцплощадке. Наслаждайтесь. Видели бы, как я сейчас улыбаюсь, прямо как идиот. Я не могу. Это один из самых любимых моментов в игре. Давай, Сквол. Давай, я верю в себя. Даже не знает, как двигаться, бедняга. В полной растерянности парень. Да, такая язык показала. Ладно, прошло время. Прошло 3 часа. Девки. Ну, кого-то увидела.
Скул, по-моему, был разочарован в этот момент. Вам понравилось? Я в восторге. А? Ух, боже мой. Финалочка моя. Ты вправду блестящий студент. И этот танец был идеальным. Спасибо. Да. Ты будешь танцевать с незнакомыми людьми, но не сможешь просто стоять возле меня. Все равно. Ты инструктор, а я твой студент. Мне неудобно, когда ты ничего не говоришь. Это правда, это на меня похоже. А, я совсем забыла. Интересно, что со мной будет? Я должна приказать тебе. Мы пойдем с тобой в секретную зону. Там студенты тайно встречаются и говорят после отбоя. Это внутри центра тренировок. Что ты там собираешься делать? Мы пойдем туда сказать всем, что они нарушают правила? Если так, то забудь про это. Пусть этим занимается дисциплинарный комитет. Ну, господи. Иди переоденься и встреть меня перед центром тренировок. Это будет мой последний приказ. Окей. Ну, как вы понимаете, Сколу нравится Квистис. Переодеться и встретить ее возле центра тренировок? Что за хрень? Зачем это все надо? Ну, да, как я уже сказала, Сколу нравится Квистис, но его холодность ее убивают. А он слишком бревноподобный, чтобы понять, что он обижает девушку. Ой. Может не переодеваться? Может так пойти? Хотя, не, наверное, не получится. Я не пробовала, правда, я не помню. Неважно. Переоденемся. Пойдемте. Нечего форму гадить. В центре тренировок. Заодно, кстати, сходим сейчас туда. Там-тарам-та-там. А, кстати, да. Комбиняшу надо вот так вот сделать. Вот так вот. Правда, я бы... А, не получится. Селфи... Не получится у нее отнять. Мы уже... Что... Ой, господи, что дело? А хотя нет, подождите, получится. Сирену. Все получится. Я забыла, что так можно. Все замечательно. Просто поставим сейчас вот этих стражей нашим замечательным ребяткам. Ребяткам. Просто чтобы... Просто чтобы было. Чтобы просто прокачать, пока мы будем ходить. Чтобы хотя бы какая-то польза была. Что, все так плохо, что ли? Да ладно. Слепота. Сон. Кстати, слепота вот это неплохо. Смешно. Ну ладно, это бред абсолютно. Но я так ставлю, чтобы было, как я уже сказала. Отлично. Пускай будет так. Так, и здесь сейчас сирене надо что-то поставить, чтобы она учила. Вот это неплохо, но это долго будет. Скорее ЗС. Конечно, брать! Скорее ЗС — это очень хорошая штука, они тогда быстрее призываться будут. Что? Не. Надо потом будет какой-то котлу поставить. Ладно, норм, пойдет. У Квисти стоит одна. Да, все хорошо. Потом все сделаем. Ну, ты выходишь? Здесь звук ночи вообще шикарный. Реально ощущается, вот знаете, такая
Ранняя летняя ночь. Что делает освещение и звуки? Это просто непередаваемо. Вы, наверное, этого не чувствуете, но у меня всегда тут... Я прям чувствую вот этот вот запах летней ночи. Свежий такой, знаете, чуть-чуть прохладный. Ранней летней ночи, то есть как бы, да. Не вот этой жаркой, страшной, ужасной. Такой прохладный. О, боже. Хочу лето обратно. Хотя нет, лучше сперва зима все-таки. Че несу? Господи. Сквал, мне вот интересно, ты заражался с Тирексом в центре тренировок? Я не уверен. Ты можешь легко победить его, используя статус D. Пойдем со мной. А, пойдем за смену. Короче, пойдем, я тебе объясню. Сейчас нам объяснят еще разок. Объяснение комбинирования статуса. При комбинировании ЗС способности комбинирования статуса. Магия скомбинирована. Тра-та-та. В белый, да, это мы в курсе. Теперь нажмите дважды. Вот то, что мы только что сделали с вами. Экрана комбинирования статуса. Я туда только что присобачила сон, по-моему. И суну. Нет, сон и слепоту. Комбинирование статуса работает так же, как комбинирование стихий. Очевидно, да? Сначала выберите показатели. Затем выберите магию. То есть, если мы будем сюда прицепим слепоту, то есть у нас меч будет слепотой атаковать. Зашибись. Сбрасываем нафиг, потому что это неинтересно. Ну... Использую спящую атаку на Тирекса. Просто соедини спать с статусом атаки D и атакуй. Мы это только что сделали. Давай-ка пойдем в секретную зону. Она внутри центра тренировки. Ну, по-моему, кстати, не слепоту поставили, а... Ой, не сон, а слепоту, да? Давайте еще разок посмотрим, что я там наворотила. Ты уже забыла. Слепоту, да, поставила. Надо сон ставить. Где он там был-то у меня? Так, и теперь нужно поставить квиз. А, ей ставить-то и нечего. Вообще. Ну, отлично. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Подожди. Магия, да? Да. Отлично. Все, пойдемте. Чё Квистис от нас хочет? Не, я-то, конечно, знаю. Направо, давайте направо. Здесь есть несколько секретных точек вытяжки, но я не буду их искать. Ну что, Тирекс? Он самый! У-у-у. Тирекс! Сквал, будь осторожен! Да-да-да. Иногда лучше убежать, сказала она нам. А что, отнять только это? Печалька. Давайте долбанем, может, он заснет. Когда он спит, он вообще как котенок. Но он не заснул, и это печально. А, больно, однако. Главное его не убить случайно сейчас. За кот вам, в смысле. А почему? А почему, я не знаю. Я хочу, чтобы он заснул. Он не засыпает, ему слишком мало сна. Ну, хорошо, что оно у нас вообще есть. Потому что если у нас, например, его не будет, Кристи все равно будет говорить при собачьем сонник статусной атаке. По-моему, у него 1000 жизней. Или 3000, я не помню. Блин, что-то ты меня кусаешь, однако. А я сейчас, кстати, сделаю проще. Я просто применю на него сон, и все. Я об этом уже думала, но... Все равно. Хотелось как-то по канону сделать. Не получилось. Goodbye, my love. Подлечимся, пока он дрыхнет.
Чем бы тебя, чем бы тебя? Даешь огонь. Как хорошо, что он продолжает спать, потому что наши персонажи, если их бить во время сна, они просыпаются. О, слушайте, молния на него лучше действует. Ненавижу молнии. После Скайрима ненавижу. Они вечно проблемы доставляют. Эй, какого фига? Только что было больше же. Почему так? Странно. Ну ладно. На, видимо, через раз. Не знаю. Как-то странно. Не. Какая-то хинея происходит. Неважно, ладно. Черт, проснулся. Давай огнем тебе. Кстати, чё ж сирена, я не помню, что она делает, если честно. Она, по-моему, молчание и слепоту накладывает. Ну, такие проклятия на врагов. Давайте заодно, кстати, на нее посмотрим. Мы же ее не видели еще. Только не кусай, только не кусай, только не кусай, я сказала. Да, молчание накладывает. Теперь вы понимаете, почему я люблю стражи именно из Final Fantasy VIII? Посмотрите, какая красотища. И теперь молчать у нас будет, правда, толку-то. Он нас магией не бьет, поэтому как бы да. Или громом. Может, еще сработает? Хотя, небось, опять сейчас 50 будет где-нибудь. 10 вообще. Ой, издевательство какое-то. Ладно, не хотите по-хорошему? Будет вам по-плохому. Когда ты умрешь, что? А он не надо, Шиву. Да что Шиву? Что-то он какой-то, блин, у него иммунитет вырабатывается больно быстро. Сата. Что-то у меня с горлом сегодня. Шива так, кстати, жгёт просто. Ой, жгёт, успею, это я сказала. Жжёт. Кошмар, позорище. Жгёт. Свистец, 12 часов ночи. И у меня жгёт все в голове, по-моему. Сейчас, я думаю, Квизик его зашибёт. Не очень сильный враг, но только живучий. С учетом того, сколько у нас снимает каждая атака. Для нас он слишком живучий пока. Давай, Шива, я верю в тебя. Добей его. По-моему, у него реально то ли 3, то ли 3,5 тысячи хп. Мне, кстати, Шива постоянно кого-то напоминает, я не могу никак понять кого. Вообще не могу. Господи, ты еще не умер. Что ж с тобой не так-то? Когда умрёт, а? Не спешит вообще. Может, снегобурей его долбануть. Ты умирать собираешься, а? Сейчас попробуем.
за кубу 600. Почти. Я почти угадала. Не трогай меня. Ну ладно, хоть так. Слушайте, когда он умрет? А я до сих пор, кстати, переживаю по поводу того, как мы на этой башне связи играли. Это было ужасно просто. Я сама себе фейспалм ловила, мне прям так стыдно. Так. Слушайте, что-то правда какой-то очень живучий. Господи, сколько все жизни, а? Мне прям даже интересно уже. Что так одна единичка осталась там? Чего? 6000 у него осталось? Да ладно. Мне как-то... Ну что, слаб против льда, это мы уже поняли. 6000 у него осталось, офигеть. Почему он такой живучий? Мне как-то казалось, что у него всего 3. Ну ладно, будем мочить так, значит. Кошмар какой, слушайте. Ужас, просто ужас. Ладно, он слаб против льда, поэтому будем оформлять его шилой и снегобурей. Это ужас. 6000 не надо снять еще. Грубо говоря, еще 5 раз шиву призывается. 4. С учетом снегобур. Давай, Кристиан. Как все-таки круто появляется Кузакоту. Кельцалькоатль. Прикалывает мне это. Кельцалькоатль. Мега комментарий от Севен. Да. Так, ладно, шиву еще разок, значит. А ты. У тебя двойнушка есть, отлично. Мы сейчас двойной магией его будем тогда оформлять. Ушатаем сейчас. Было бы у него еще хоть что-нибудь интересное, что ли, из магии. Было бы смысл с ним драться. Вот так. Я даже не помню, сколько у него опыта дадут. Больше, чем за обычных монстров. Или... Он идет как обычный монстр, он просто очень живучий. Это как-то обидно очень. Столько времени на него потратить, чтобы, грубо говоря, ничего не получить. Это немного обидно. Первый. Второй. Сейчас ушатаем. Норм. Квиз. Сколько там у него осталось, я не считаю как-то. Эрис. Эрис. Да, я думаю, это еще тысячоночка. Полторы. И он откинется. Давайте, ребятки. Хотя, может, даже поменьше. Все-таки еще немного. И, кстати, да, чем, как сказать, чем дольше стоит какой-то страж на том или ином персонаже, тем лучше, скажем так, сотрудничают эти товарищи. То есть, если у Скола всегда будет Шива, то в какой-то момент на нем она будет работать лучше, то есть на Сколе. О, ура, откинулся. То есть, видите, у нас уже она и призывается быстрее, и вообще, ну, то есть, как бы привыкает, грубо говоря.
Это очень важный момент. Кость динозавра. Ну, хоть что-то хорошее. Замечательно. Так, что у нас там получается? Они у нас способности выучили, есть смысл поменять. Так, хорошо. Карта накопит толчок первым делом, чтобы он у нас быстрее работал. То есть, чтобы вот эта белая, ой, синяя полоска быстрее приводила к непосредственно призыву. Что я делаю? Персонаж... Ой, персонажа, господи. Ну, вы поняли. Не, пускай это пока прокачивается, это понужнее. Хотя... Не, пускай. Сиренки. Сиренки что? А, сделают инструменты из вещей. Хорошая штука, кстати. Сделал статус медицины, восстановили из вещей. Магию жизни восстановили из вещей. Угу. Вот, кстати, вот инструменты. Давайте выберем. Пускай учит. Так, надо бы подлечиться, и можно выдвигаться дальше. В секретной зоне. Свидание с Квистис. Алло-ло. Ну не надо опять. Дайте мне выйти. Сейчас, по-моему, будут эти, да, вот такие мерзкие. Фигня. У них, кстати, по-моему, путаница будет в магии. Сон у них. Нет, сон у них будет в магии. Зачем так сделала? Сон, и вот это какая-то фигня непонятная. То ли это... Что это? Молчание. Угу. Есть смысл, кстати, навысасывать у этого товарища. И я, пожалуй, этим займусь. Чуть-чуть. Так что я выйду на паузу, вернусь. В общем-то, когда накачаю столько, сколько мне нужно. Я, кстати, увидела сейчас абсолютно угарную вещь. Когда у нас Сквола усыпили... Сейчас поугараем. Сквол, ах ты скотина! Блин, я его холестаю холестом. Ой, ладно, черт с ним, с этим высасыванием. Сейчас чуть-чуть возьмем. В принципе, что еще хорошо, можно отнимать магию двумя, а потом кому-нибудь одному перекинуть ее. И там у него будет полный набор. Потому что, ну, как бы всем вот этот статус сон делать нет смысла. Где-нибудь там. Что у него там еще-то? Сон о молчании. А, вот, кстати, да, сейчас будет этот великий момент. Сейчас нас усыпят. Сейчас Квистис, небось, шибанут. Два раза, когда она спала, по ней попадала. Ну, давай. Ну, третий раз ей прилетело. Сквол, мать твою, вставай! Подъем, раб! Ой, не могу. Ладно, давайте уже убивать эту гадость. Надо было магии, конечно. Это растение, поэтому... Огнем самое оно. Закончился. Отлично. Порошок молчания. Карта. Отлично. Так, нас все-таки выпустят уже отсюда. Да ладно, ребят, вы чего? Идите вы в пень, дайте мне дойти до секретной зоны. Ой, опять ты. Его, конечно, неплохо бы убить, но... Блин, 13 тысяч, ну нафиг. Ну как быстро получалось убежать. Прикольно. Прокачаться еще успеем. Мне сейчас хочется по сюжету пойти. К тому же этот... Здесь, по-моему, секретная точка. Нет? Плохо помню, значит. Черт с ним. Да не надо так делать. Выпустите меня. Да не надо. Опять ты. Господи, ладно, давайте его убьем. Немножко опыта. Тоже хорошо. Что-то у меня с горлом. Чтобы побыстрее было. Это, конечно, не сильно ускорит процесс, но... Немножко. Совсем чуть-чуть.
делаем. Что-то я путаюсь постоянно. Ускорить этот процесс. Пропустила только ход, получается. Спиннеры не такие неживучие. Порощок. Точно. Квизик. Бежим. Так, вон она. Ну, я думаю, можно сохраниться. Черт такой-то. Слишком много ржала, видать. Ну, а на этом мы закончим нашу серию. Ладно, я шучу. Я не была здесь какое-то время. Сквул напрягся, вы чувствуете напряжение в его спине? Довольно странно, как это они смотрят на сад, если они находятся в саду, грубо говоря, в задней его части. То есть они по краю, где-то на краю сада должно быть. А перед ними почему-то лес, и за лесом сад. Очень странно. Сколько времени? Уже за полночь. Ладно. Я Квисти Стрип. Теперь я больше не инструктор. Теперь я просто Сид, такой же, как и ты. Кто знает, может, мы закончим работу вместе? Неужели? Это все, что ты собрался сказать? Если так было решено, ты должна следовать этому. Кошмар. Извиняюсь. Сквол, просто сухарь. Они сказали мне, что я инструктор-неудачник. Мне не хватает лидерских способностей. Я была Сидом целых 15 лет, получив свою лицензию инструктора в 17... Ну, вообще, это неправильный перевод, то есть она получила лицензию... Она стала Сидом в 15 лет и получила лицензию инструктора в 17. Вот так. Всего только год, как я ее получила. Интересно, где я ошиблась? Сделала лучшее в моей жизни. Ты слушаешь? Тебе уже пора? Ну, ты закончила, в общем. Не хочу говорить об этом. Что я могу сказать о чужих проблемах? Я не прошу тебя говорить что-либо. Просто хочу, чтобы ты выслушал. Тогда поговори со стеной. Разве не настало время, когда ты захотел бы... Короче, разве у тебя не было такого, когда ты хотела бы поделиться своими переживаниями с кем-нибудь? Всем есть дело только до самих себя. Я не хочу никого загружать. Нет лидерских навыков, инструктор-неудачник. Возможно, они правы. Сквол свинья. Вообще чудовище абсолютнейшее. Ну ладно, у него есть время измениться. Кто знает, что с ним сделает жизнь. Да. В общем-то, мы можем возвращаться, Квисти снова с нами. Пора возвращаться, правда, что и на этом заканчивать, в общем-то, и серию заодно.
Я надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей и, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание, сказала я. В общем, всем удачи и пока-пока.